еще одно преступление. Избили и ограбили человека. Парканули свой Lexus на тротуаре в Новосибирске. Житель города по имени Евгений сделал им замечание, за что, ну, видимо, это же понятно. В их версии в одиночку этот Евгений на них напал голыми руками, и они, обороняясь, сломали ему нос. Ну, трое на одного нормально. И еще деньги куда-то пропали у Евгения. Ну, видимо, вот он их выбросил, а потом обвинил в этом уважаемых представителей диаспоры. И если вы думаете, что это, я думаю, против любых других национальностей, да нет. За то, чтобы монополия на насилие была... С этим вы, наверное, не будете спорить. И... Посмотрите, за тысячи километров этих парней, они все вместе встали, как один, и там на Бастрыкина наехали, на всех. А теперь у нас, в России, Алексея Никифорова